12 февраля рекомендовано введение ограничительных мер в отдельных населенных пунктах республики. В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ главным государственным санитарным врачом Тувы предложено ввести ограничительные меры на посещение школьных занятий на 7 дней с 12 февраля в селах Кызыл-Мажалык и Шекпер Барунхемчикского района, Баян-Тала, Бажын-Алак, город Чадан Дзунхемчикского района, Тели, Шуй, Кызылдак Байтайгинского, Чаахоль Чаахольского, в поселке Каахем Кызыльского, Хандагайты Авюрского и Байхак Тандинского района и в городах Кызыл и Агдавурак. Рекомендации по введению ограничительных мер даны, исходя из результатов анализа эпидемиологической ситуации по территориям. Соответствующие распоряжения глав районных администраций должны быть направлены в адрес управления Роспотребнадзора Тувы.